Re, viss ēters ir te! Радость для меломанов и головная боль для полиции. В эту пятницу стартует крупнейшее музыкальное событие стран Балтии – фестиваль «Позитивус». С мерами безопасности ознакомилась Диана Ходулина. В эти выходные Салацгрива превратится в музыкальную столицу. В этом году фестиваль «Позитивус» пройдет в юбилейный 10-й раз. За порядком будут следить как наши, так и эстонские полицейские. Они советуют не оставлять без присмотра свои вещи и документы, а также не злоупотреблять алкоголем. Не брать дорогие личные вещи с собой. Не надо оставлять в палаточном городке тоже ни компьютеры, ни телефоны. Ну и если вдруг случилось так, что потеряли вещи, да, тогда надо обращаться в полицейский участок, который будет расположен возле школы. И там у нас будут две палатки, и можно будет нас узнать по логу Государственной полиции Латвии. Ежегодно фестиваль посещает около 30 тысяч человек. Полиция предупреждает, Таллинское шоссе встанет в многокилометровую пробку. В отличие от предыдущих лет, объездных путей в этом году искать не стоит. Везде ремонт дорог, говорят в полиции. Поэтому тех, кто на фестиваль не едет, просят избегать шоссе после обеда и в вечерние часы, когда на концерт отправятся поклонники музыки. Лучше приезжать на фестиваль вовремя или даже чуть-чуть пораньше, так как в первый день на входе обычно образуются очереди. Как мы видим, погода очень непостоянная, поэтому стоит взять одежду для разных погодных условий, будь то дождь или яркое солнце. Из-за большого скопления народа могут возникнуть проблемы со связью, предупреждают в полиции. И за помощью лучше обращаться напрямую. Полицейский участок будет расположен рядом со школой. Диана Ходулина, Ивар Жепицкий, Латвийское телевидение.